Сквозь огонь проходит многоквартирный дом по адресу Калинина, 110. Здесь в самом разгаре капитальный ремонт крыши. Поверхность утепляют пенополистиролом, затем очередь полусухой стяжки, а в завершение рабочие уложат два слоя мягкой кровли. Бригада трудится уже 2 недели и рассчитывает сдать объект к началу июня. Мы работаем в Пензе 2-й год с фондом капитального ремонта. В прошлом году у нас было 21 объект. Буквально все вовремя были сданы. Вроде со стороны заказчика нареканий не было. В этом году у нас где-то 12 объектов в данный момент. Ну, почти все объекты, где-то 70% в работе. Если многоэтажки на Калинина начнут капитальный ремонт по другим направлениям, например, инженерным коммуникациям, то всю процедуру нужно будет пройти заново. Региональный фонд снова объявит конкурс на поиск подрядчика, выберут компанию. Бригадам опять придется заходить на объект, а жильцам пристально следить за тем, как выполняются работы. Яркий пример – дом по адресу Металлистов, 3. Сегодня здесь полностью меняют деревянную конструкцию, обрешетку кровли. Более того, она будет не из шифера, а из металла. Инженерные коммуникации здесь заменили год назад. До крыши очередь дошла только в 2021-м, хотя изначально стоял более поздний срок. Мы ее уже переносили. Во-первых, там на 25-й год где-то примерно. Вот. Ну, естественно, крыша, шифер, в общем, он весь в трещину, протекала. Ну, 30 листов в свое время поменяли, хотя бы дотянуть до капитального ремонта. Вот. Ну, все удачно, все комиссии, все эти прошли, перенесли, вот. И вот, как говорится, получилось то, что получилось. Дожили до капитального ремонта крыши. Ситуацию с капитальным ремонтом руководители регионов обсудили с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе. Вопросы проведения современного, своевременного и качественного капитального ремонта жилья относятся к числу наиболее чувствительных для людей и затрагивают большинство семей, проживающих в многоквартирных домах. Граждане, которые вовремя вносят плату за капремонт, остро реагируют на его отсутствие в течение долгих лет, либо на некачественное проведение капитального ремонта. В Пензенской области за 6 лет программы капитального ремонта провели более 1400 видов работ, более чем в 1100 многоквартирных домах. Но данная система нуждается в корректировке. Считаю, что для решения данной проблемы необходимо на федеральном уровне предоставить регионам возможность актуализировать программу капитального ремонта или возможность формировать краткосрочные планы, исходя из фактического технического состояния основных конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем. Также Олег Мельниченко предложил предоставить доступ региональным операторам к информации, которая содержится в едином государственном реестре и кадастре. Это позволит качественнее оценивать состояние многоквартирных домов и порядок сбора по ним денежных средств.